Подъезд был. Квартиру Айчурек сняли в самом центре, на первом этаже. Так маму на инвалидной коляске спускать будет легче. Здесь есть все, чего не было в подвале. Вода, отопление, туалет. Из техники сразу 3 чайника, микроволновая печь. Ею они еще не научились пользоваться, зато гаджеты подросток из рук почти не выпускает. Я всегда мечтала о таком доме. Думала, когда вырасту, куплю себе такой. С тех пор, как нам начали помогать, многое в жизни изменилось. Мне не приходится собирать пакеты. Мы живем в чистоте, хорошо одеваемся. Нам очень много людей помогает. Люди из сел отправляют там картошку, мясо, консервы. Студенты приносят одежду. В основном это простые люди. Благодаря им я смотрю на мир другими глазами. Мне очень хочется жить. Я думала, наша жизнь так и пройдет в подвале. Свои сбережения ей несли даже школьники. Больше 2000 сомов отдал 5-классник, несколько лет копивший деньги на игровую приставку. Благодаря ему и многим другим людям, которые до сих пор помогают Айчурек, у них теперь всегда есть еда. Ей об этом теперь не придется думать, хотя бы некоторое время. Я так радовалась, когда мы сюда переехали. Если через несколько месяцев нам придется съехать, мы снова вернемся в подвал. А если не будет продуктов, я снова пойду работать. Эту квартиру им сняли пока на 3 месяца. Если денег на счету хватит, возможно, удастся купить небольшой домик. Хотя Айчурек уже сейчас немного неловко. Ее лучшая подруга, вместе с которой они работали, попала в больницу. Помогать ей никто не спешит. Ее история как под копирку, такая же. Нет отца, 3 детей, Мультурь старшая. 2 девочек в классе не понимает. Рассказывать, что в 13 лет они работают больше некоторых взрослых. Мультурь стесняется. Ты не хочешь говорить об этом? Ну а что говорить? Хотя в классе уже знают про это. Некоторые понимают, некоторые нет. А еще подруги надеются, что у Айчурек появится собственное жилье. Правда, своего дома нет и у семьи Мультур, и ей придется работать дальше. Так же, как и 1000 других детей в Кыргызстане. Джибек Бегалиева, Азат Антымаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан.